Новым председателем Центральной избирательной комиссии Чувашской республики стал Геннадий Федоров, заместителем председателя Игорь Михайлов, секретарем Олег Ефимов. Об этом стало известно сегодня по завершению первого заседания 7-го созыва Центра избиркома Чувашии. 6 человек были назначены Государственным советом Чувашской республики, еще 6 – главой региона. В новом составе руководители региональных избирательных комиссий, члены ЦИКа 6-го созыва. Опыт поможет участникам заседания принимать правильные решения и обеспечивать легитимность выборов на территории республики, отметил Вячеслав Борисов, руководитель администрации главы региона. Предстоит следующий избирательный цикл для Центральной избирательной комиссии Чувашии. Это 5-летний цикл, где перед новым составом предстоят как выборы президента Российской Федерации, как выборы главы, как выборы Государственной Думы уже следующего созыва.